Ну что, дорогой дед, неизвестно сколько лет. Да. Рассказывайте. 85 уже. Ага. Значит, ну что я скажу, 19-ю я вижу первый раз и тестирую. Скоропарку 19, для меня продвинутой публики говорю. Скоропарка 2019. У меня в бане стоит 2014. Скоропарка 2014. Экзотика. Экзотика, но печь мне нравится, и я жалею, что зря ее сняли с производства. В угоду там 12-й, 13-й, которые 17-й тоже. Но мне кажется, они сравнимы, потому что там и каменка есть. Но здесь, что я скажу, здесь больше... Эту хвалить надо, ту с вашей... 19-я, здесь, мне кажется, больше диапазон регулировки пара. Да. Как по температуре, так и по объему. По расходу, да. По расходу это дровами, по температуре это уровнем воды. Да. Плюс еще хорошая каменка, которая не дает... 80 килограммчиков, честных. Да, не дает себя залить, и там хороший акцент сразу получается. Вот, так что я считаю, что эта печь достойная. Вот, хорошая. То, что она покрашена. Можно я вам вот так вот. Ага, да. Вот, то, что вот. Она покрашена, да, под тигра или под. Да, это зебру, так, да? Наши выставочные. Да, дела. Это в принципе можно. Так, мне все равно как. Что черный. Чичик, например, сегодня заявил, что должна быть серо-буро-малиновая. Покрасим любой, да, цвет. Да. Можно даже. Под дуб, под ясень, под хрен, да. Дядя Вася. Коробка автомат, коробка ручная. Да, да, да. Дизель, да. Бензин. Ладно, все нормально как? Все нормально. С вашим огромным опытом. Вот отзывы пользователей. Скажу так, опытных, это важно. Ну, тут перед заходом была уборка мощная. Поэтому выстудили помещение. Но быстренько ведь все. Да, но восстановилось довольно быстро. Хотя, если бы за этим принципиально следить, там, поддать огоньку, то это все раз в два быстрее было. Но мы не банные администраторы, мы печники, да, так что уж простите. Это довольно быстро все это делается. Да. Так что печь достойная. Угу. Она найдет своего потребителя обязательно. Угу. Потому что возможности у нее педали больше, возможностей больше, чем у всех предыдущих моделей. Вот. Сравнивать там другими печами, там с Ашеей, с Минской. Не белой, надо ни с кем ничего или, сравнивать. Там, из Одессы, пусть Василий, они про себя сами рассказывают. Василий, да, сравнивать не надо, потому что я их не знаю. Просто надо. Ну ладно. Но спасибо это большое. 114, что 19. 14 меня устраивает, 19 я считаю, будет устраивать еще лучше. Спасибо большое. И вам спасибо, спасибо за то, что двигаете это вперед. Ага, не, будем двигаться. Спасибо.